Итак, фары. Фары, фары, фары. Это значит, мы сейчас научимся делать красивые фары. Быстро и безболезненно. Возьмем вот эту, вот цилиндрик возьмем. Так, можно было поменьше, конечно. Ctrl-B. И вот так сделаем, да? Теперь выделяем этот. Нет, сначала вот этот выбираем. Ребро нам надо, ребят. Вот это ребро. И немножко его увеличиваем. Yes. Вот так. Чтобы в дальнейшем все нормально было. Теперь берем вот этот. И вот этот. И говорим, что... то давайте мы его расширим вот так. Великолепно. Далее вот это увеличим. Нет. Вот тут. Извиняюсь. И наверх. В итоге у нас получилась очень неплохая фарочка. Единственное, что может быть. Немножко мы тут не доборщили. Поэтому смотрим сбоку и выправляем эту и эту. Нет, вот сначала эту. Чуть-чуть. С. Вот так. И теперь эту. Тоже С. Все. Так. А эту... Стоп. Это наверх. Джипа зато вот такой фар на вполне будет достаточно. Может быть, все переборщили. С. Вот. Чуть-чуть. Так. Так, хорошо. Но у меня есть подозрение. Да, они оправдываются. Selection. Выбираем объект вот так, переворачиваем ее, будет R по X на 90, но давайте-ка мы сделаем следующее, select, вернее объект, set origin. Вот так. Нет, объект set origin, вот здесь курсор должен быть, геометрия. Во. Так, и здесь еще у нас есть задачка небольшая, то есть мы выделяем вот эти два ребра, вот этот и вот этот, берем Ctrl-B, ну этот перебор, два достаточно будет вполне. Маленькой такой штучки. Прекрасно. Дальше смотрим спереди. Берем наш предмет и уменьшаем. Но нужно на величину. Смотрим, какая там у нас. Да, она там совсем маленькая. S. Вот так двигаем туда, куда нам нужно. Куда нам нужно? Нужно вот сюда. О, как мы радиатор-то тут весело сделали. Ну ничего. Так, и теперь G по Y. Вот так, да? Отлично. Так, а дальше мы можем Shift D сказать, по зато, уменьшать еще, вот так, да, и повыше.
пользуется. Так вот. Прекрасно. Дальше выделяем эту. И в принципе можем соединить Shift. Нет. Ctrl-J. Вот они. А дальше сказать, что у нас это Origin будет в 3D-курсоре. Посмотреть, все ли там нормально. Transform и Mirror. А зачем мне маска? Попутал. Вот они. Так, сейчас смотрим. Да, все правильно. Так, клычки. Смотрим, как клычки делаются. Клычки делаются так. Ага. То есть берется, по сути дела, небольшой. Так, сначала берем. Никаких выделений нет. Нет. Дальше. Меж. Куб. Уменьшаем кубище. Выводим его по Y. Куда нам нужно? Вот сюда нам нужно, да? Так, и теперь делаем так. Сначала нам надо быть. Так, где вот. По Z, да? S по Z. Вот так. Далее Ctrl-R. Ctrl-R хорошее изобретение, кстати. И теперь Ctrl-R мы увеличим S. Вот так. Так. А дальше можем сказать, что Dmod. Так, подождите. У нас же есть вот этот Q. Говорим Bevel. Да нет, нафиг. Просто скажем Bevel вот этот. Сегмента 2. Так, хорошо. Смус убираем. Сюда это убираем. И смотрим, как он будет выглядеть. Так, ну-ка, G. Сбоку. Посмотрим, давайте. Вот сюда, вот так его поставим. Так. Мне кажется, его сплющить надо. По X. Вот так. Вот так будет красивше. Так, и этот же еще и сказать объект. Set Origin 3D курсор. Transform. Тут минусы стоят, убираем. Здесь говорим Mirror. И он туда встал. Но что здесь произошло? Интересно знать Bevel. Убрали Bevel. Вот так. Вот так, больше мне не надо. Вот. Так, ну здесь я думаю, нужно просто такие квадратики сделать. Да? Разделить их на две. Ctrl-F. Вот так. Здесь сделать следующее. Выделить это,
и сказать и вот так их дирдель вот и теперь так сделать вот этот вот это ребро подвинуть сюда. Это будет по X, да? X по X. G по X. Вот так. Так. Вообще неправильно. Ерунда это. Вот тут возьмем сейчас вот прям вот этот цельный. И скажем Ctrl правильно I. И подвинем. Ctrl I, ну, правда, побольше чуть-чуть. Вот так сделаем, да? Подвинем. G, это будет G. По X. Вот так. И здесь сделаем следующее. Воспользуемся своими знаниями. То есть вот это и это. И скажем Ctrl Subdivision. Вот. Subdivision. Дальше мы ее подвинем. G по X сюда. Вот так. Отлично. И теперь каждую из них мы сделаем отдельно и вытащим. Это будет желтый, это будет красный, допустим, да, вытаскиваем. И. Е. Так. Есть. Остались ручки. Как там ручки? А где же ручки? Где же? Ну, они такие сложные тут. Ручки. Не знаю. Придется делать отдельно, конечно. Отсюда вытягивать. Сам простой был, просто квадратик вытащить. Ну, ладно. Последуем за ними. Так. Где тут? Убираем выделение. И говорим, что нам нужен цилиндр. В этот раз цилиндр должен быть не такой. Цилиндр, скажем так, 12. И вытаскиваем его наверх. Видите, внутри цилиндр? А я вижу. Вот так у меня часто бывает, что внутри находится какой-нибудь цилиндрик. Сейчас я его возьму. Я делаю прозрачные стекла и потом смотрю, а у меня там цилиндр. Вот, здрасте. Удаляю. Все. Теперь берем точно цилиндр. Цилиндр. И говорим 12. Так. И говорим, что он по оси Y будет развернутый. На 90 градусов. Так. Вот так. И выведены за пределы. Запредельщик будет. Вот сюда. Так. Хорошо. А дальше мы сделаем так. Во-первых, немножко его надо. Все-таки не забыл все-таки, да, включить. P. Selection. Надеюсь, в какой-нибудь версии они отключат эту замечательную функцию. Так, мы говорим S по X.
скажем, объект с этого режима будет геометрия. И теперь берем вот эти вот ребрышки. Вот эту, нет. Эту и эту, да? Все правильно? И тащим теперь Е. Так. Дальше. Немножечко сужаем S по Y, по Z. Так, отлично. Здесь нам нужен еще один Ctrl-L-чик. Сюда его. И скажем, что это S по Y по нолям. Вот так. И немножко в сторону. G по Y. Для чего? Ну, я вот сюда сейчас еще загну это дело. Вот эти выберу. Подождите. Этот. И потянем Е. Е. Вот так. И уменьшим. Сейчас. Вот так делается. Так. Теперь вытаскиваем эту. Это будет Е. Вот так, да? И внутри нее должна быть кнопка. Будет Е. И. Так. Загоним ее внутрь. Е. Так. Уменьшаем еще раз Е. Тащим наверх. Это будет Е по X. Не-не. Е. Так. И теперь вот этот. Мы говорим Ctrl-B. Делаем с ней кругленькую такую штуку. Вот так. Сюда. Здесь тоже делаем Ctrl-R по оси SX 0. Вот так, нет, не так. SY плюс Y 0. SY 0. Вот, все-таки это выручает здорово. Так что G по Y. Вот так. И чуть-чуть ее S. Сжать. То же самое здесь. Вот такая ручечка. Да? Далее мы эту ручечку можем сделать как? Она у нас отдельная же, я надеюсь. Да. Так, и мы скажем Q. Нет, мы пойдем сюда, edit mode, объект mode, и скажем Q, и скажем bevel. И можем тогда ее бывелить, но не сильно, а лучше вообще не надо. Так. Просто сделать помягче. Вот эти вот можно. Естественно, вот это и вот это. Нет, вот это. Ctrl-B. Достаточно и здесь тоже. Ctrl. Так, в чем дело? Чего не до конца дошло? Это уже лишнее тоже.
Так, тут надо просто... Что-то я увлекся этой штукой и не знаю зачем. Е. Вот так. И сейчас поставил ее. Уменьшаем. Уж почти не видно. Так, намек только на джере. По иксу, да? Что такое? Ну, джи, икс. Все правильно. Сколько времени? 21. Еще колеса делать. Давайте поставим на место теперь. Джи по месту, джи по месту. Да, правильно. Единственное, что надо их разворачивать. R по Y, да? Вот так делать. Немного. И целый раз. А где же ручки? Где же ваши ручки? И Shift D вот сюда, Shift по Y, да? Так, это с T мы должны сказать, что Ctrl J. Ctrl, да, J это, не знаю как по-английски. Ну и теперь взяли их обоих. Сказали объект set origin 3D курсор, убрали все трансформации, сканер. Что-то не так. По иксу все верно, но что-то не так. Тут минус остался. Не нужен нам минус. Да. Вот они. Двадцать три тридцать. Ладно, сделаем колесо одно. Ну тут просто, то есть здесь 30, да? Так. Смотрим, объект не выделены ничего. Меж цилиндр 30 повернутая по Y на 90 градусов и выведена вот сюда, так сжато, вот так, так возможно еще меньше. Так, смотрим сбоку. Побольше. И тащим. Ну, вот сейчас подгоняем просто. С колесами как бы у меня всегда дружу. Смотрим сверху. Тащим. Можем еще побольше сделать. Сбоку. Нет, ну это много. И наверх.
сейчас все нормально, да? Угу. Ну, сейчас сделаем колесики-то. С колесиками-то я дружу. А где же ручки? Где же ваши ручки? Тем более, что там оно не очень сложное какое-то. Ctrl-B. Так. А далее оно сделано так. И нет, вот это выделяем и внутрь ее с помощью G, конечно, по X, чтобы она как бы загибалась, да? Еще раз и еще раз вот так. Теперь сделалось X, да? Теперь она сделалась такой, какой нужно. Круглое такое колесо, отлично. Так, а здесь оно вот такое, да? Просто выдвинутое все. Ага. Так, давайте тогда так и сделаем. Еще раз теперь Е вот сюда. Так. И. Подождите, мы не так сделаем. Сейчас я гляну. Сейчас, секундочку. Примерно представляю. Так, значит, и вот так делаем. Теперь вытаскиваем на всю Ивановскую и. Вот так. И говорим Ctrl-B. Чуть-чуть. Ну, колпак такой будет, да и все. Что сделаешь? Так, далее. Берем объект мод. Вот он. И перетаскиваем его. Смотрим сбоку. Shift D. Сюда вот. По оси Y. Так. Дальше, может быть, чуть их G. Но нет, G по X вот сюда задвинуть, потому что там они внутри, по-моему. Да. Угу. Я как только задвинул, мне показалось, что надо побольше сделать сейчас. Вот так. Да? Ага. Так. Так, так, так. Отлично. И теперь Shift D. Угу. Вот так. И их можем теперь собрать вместе. Это будет. Хотя нет. Я лучше возьму каждую из них. И скажу объект. Это режим. Сор. Обращать внимание, видите, 0. Минус. Надо убрать это 0 минус. Сказать. Потому что я потом вдруг захочу повернуть передние колеса, а не удастся. Да, кстати, малость переборщил я с кургузиком, с колесами. Да? Немножко переборщил. Ничего. Сейчас поменьше сделаю. Вот так, да. Вот так будет лучше. И теперь берем Reset Transformer, Set Origin.
Это курсор. И error. Вот они, они. Так. Ну, а дальше Shift D. Двигаем сюда. В Y куда. И готов у нас машин. Ну, наверху там еще надо сделать такси. Ну, это кажется по-своему может. Можно просто сделать вот так. Выбрать, скажем. Вот. Тут как раз вот такая штука есть. И ее поднять. Сказать и. Так. Это уничтожить. Фейс. Эти две точки подвинуть. G. Поясу. G поясу. Они должны слипнуться сами. Вот так, пожалуйста. Нафига сдрыга, да? Давай не так видите. Надо не так делать. Не так. Вот так надо делать. И. И сказать, что нечто индивидуально. Вот так. Отлично. Дальше уменьшаем это дело. Вытаскиваем. И. Эти две. Между собой. Соединяем. Так вот. Так вот. Будет S по X. Так. Там какие-то лампочки еще стоят, мне кажется. Да. Ну давайте тоже это сделаем. Бог с ним. Тогда не так. Тогда не так. Сначала E подняли. Теперь еще раз И. Сделали. Еще раз Е. Подняли. Здесь сказали Ctrl R. Нет. Ctrl R. Не хочу так. Так, если я возьму вот эту и подвину ее, жи. Нет, надо две тогда. Это будет S. Вот так. Так, это будет. Так. Мы просто раздвинем. Вот так. Вот так. Так. И здесь еще раз. Наверх я. Отлично. Далее сделаем вот так. Вот это и это. И скажем Ctrl R. Да? Нет, Ctrl-B, ребята. Зачем вам Ctrl? Вот так. Разметим. Секундочку. Надо бы повыше это поднять. Секунду, секунду.
Да елки. Придется воспользоваться ручным приводом. Поднимаем джип. Вот так. Так будет верно. И это чуть-чуть наверх. Так, секундочку, секундочку. Вот это уже 35 минут. Ах ты, зараза. Ладно, мы уже все приехали. Так. Растаскиваем ее просто S. Вот так, растащили. И все. S по иксу сначала. Вот так, S по иксу, хорошо. Теперь здесь. Вот это место, вот это, да? Ctrl-B. А, нет, теперь это уже так не пойдет. Ну, в общем, пойдет так. Она маленькая. Ну, здесь надо написать такси, но это, мы это не будем тратить время. И так все хорошо. Да? 36 минут уже. Ага, стоп, все.